Ветроэнергетика – одна из отраслей, которая активно развивается во многих странах мира. Однако в России это направление значительно отстает. В лучшую сторону ситуация изменится после строительства в Ульяновске ветропарка. Посмотреть и проконтролировать рабочий процесс монтажа ветроустановок приезжал и президент Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов. Впечатление потрясающее. Я руководителю стройки даже сказал, что глазам не верится, что наконец в России первый ветропарк строится. Ветропарк, можно оговориться, что для оптового рынка, но тем не менее столь крупный объект. И это, конечно, замечательно. Никаких недостатков, все прекрасно. После посещения строительной площадки ветропарка эксперт встретился с сотрудниками региональной корпорации развития. По словам Игоря Михайловича, Ульяновская область сегодня является флагманом в развитии ветроэнергетики, а регион меняется в лучшую сторону. Кристина Жакот, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.